Теремок ТВ представляет. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Загадка. Не догонишь? Догоню. Здравствуйте, малыши. Привет. Здравствуйте. Ой! Ёжик, барашек, вы не ушиблись? Нет, ни капельки. А что это? Это... А попробуйте угадать. Я знаю, это коврик. Коврик? Коврик, чтобы ножки вытирать. Нет, это не коврик. Это картина. Картина? Смотри, веревочка. Не картина. Картина прямоугольная. А это другое. Правильно, малыши. Это не прямоугольник. Такая форма называется ромб. Ромб! Крошек, знаешь, что это? Знаю! Ты куда? Крошек, стой! Отдай наш коврик! Это не ваш коврик! Это наша картина! Крошек улетает. Ловите друга скорее, малыши! Это змей! Воздушный! Летучий змей! Летучий ромб! Змей по имени Ромб! Молодцы, малыши! Познакомились с интересной игрушкой, выучили новую фигуру и даже немножко полетали. Ромб. Пусть она фигура необычная. Ромб, ромб, ромб. Рисовать научимся отлично мы. Ромб, ромб, ромб. Ты магии не жалей, нарисуй его скорей. Ромб, ромб, ромб. Барашек, что это у тебя? Печенька. Какой она формы? Это ромб. А у меня нет ромба. Зато у тебя есть друг. На! Спасибо! Вот здорово! Из одного ромба получилось два треугольника. Пусть она фигура необычная. Ромб, ромб, ромб. Рисовать научимся отлично мы. Ромб, ромб, ромб. Ты бумаги не жалей, нарисуй его скорей. Ромб, ромб, ромб. Посмотри, воздушный змей. Да, простой воздушный змей. Тоже ромб, ромб, ромб. Понравилась эта серия?
жми на лайк и поделись серией с друзьями.